Америка возвращается. Такое послание международному сообществу направил президент США Джо Байден, рассказавший о внешней политике новой администрации. США, по словам Байдена, сталкиваются с растущими амбициями Китая и решимостью России нанести ущерб американской демократии. Глава Белого дома пообещал заставить Москву заплатить за ее враждебные действия. Америка возвращается. Дипломатия снова в центре нашей внешней политики. Как я уже говорил в своей инаугурационной речи, мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы решать вчерашние проблемы, а для того, чтобы справиться с вызовами сегодняшних и завтрашних дней. Американский лидер говорил о том, что США намерены активизировать усилия по мирному урегулированию в Йемене, где за годы конфликта погибли более 100 тысяч человек, и миллионы людей голодали и стали перемещаться. Лицами. Эта война должна закончиться. Чтобы подчеркнуть нашу приверженность этому, мы прекращаем всю американскую поддержку наступательных операций в Йемене, включая соответствующие продажи вооружений. Байден сообщил, что США пересмотрят дислокацию американских войск за рубежом, чтобы военное присутствие США отвечало приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности. Вывод значительной части американских военных из Германии, который был одобрен предыдущим президентом Дональдом Трампом, приостановлен.